Всем привет! Мы решили сделать такую самоделку, чтобы от одного двигателя этот агрегат мог выполнять несколько функций, а именно тереть корнеплоды, овощи и фрукты, молоть зерно. Кроме корморезки и крупорушки, на этой же раме будет стоять циркулярка и вибростол для изготовления тротуарной плитки. Все эти самоделки нам нужны в домашнем хозяйстве, но если делать их по отдельности, то нужно будет 4 электродвигателя и гора металла. Поэтому в целях экономии мы решили сделать это все на одной раме и с одним электродвигателем. Электродвигатель у нас 2,2 кВт, 1500 оборотов в минуту. К тому же эта конструкция будет очень компактной и займет гораздо меньше места под навесом или в сарае. Одним роликом все это снять мы не сможем, поэтому кому интересно, следите за нашими выпусками. Будет несколько частей. Прежде чем что-то начать делать, мы съездили на металлоприемку и привезли оттуда почти все необходимые материалы. Сначала мы сделаем все эти отдельные конструкции, а потом разместим их на одной раме. Итак, начнем с корморезки. Сделали одну половинку корпуса корморезки. Использовался металл 4 мм. Из инструмента болгарка, дрель и сварка. Из старой корморезки взяли корпус для подшипников. Он целый, хороший. Подшипники разбились, заменили. 204-е закрытые подшипники. Два. Вот. Между ними втулочка. Сейчас будем центровать. Просверлим отверстие и закрепим. Поставили на место вал. С этой стороны, где рабочий диск будет находиться, забили сальник, чтобы не попадала лишняя влага в подшипники. И перед установкой диска капнем несколько капель на войлочный сальник масла и закроем вот этой шайбой. Шайба становится на вал, а сверху одевается диск рабочий, и втулка немножко прижимает эту шайбу. Она будет стоять на месте, закрывать будет войлочный диск, войлочный сальник. А с этой стороны вала нарезана резьба. На нее будет насаживаться, накручиваться штиль. Вот это все теперь так выглядит. Сделали рабочий диск. Металл троечка. Здесь вырезали прорези под ножи. Ножи будут вставляться в эти прорези, а с этой стороны закрепляться будет болтиками на 6. Вот к этому уголку. Прежде чем приваривать уголок на место, мы с обратной стороны уголка приварили гаечки, чтобы можно было вкручивать болтики, когда будем ставить рабочие ножи. Это втулка, которая будет прижимать шайбу сальника войлочного. Вот это все вот так ставится, потом забивается шпонка и вкручивается болтик на 6. Здесь будут рабочие ножи. Так, ну одна часть корпуса и рабочий механизм почти уже готово. Все, пойдем варить крышку, переднюю крышку. Сделали ножи вот такого вот типа, поставили на диск, все закрепили, посадили на шпонку.
поставили шкив. Короче, конструкция в сборе. Что еще хочу сказать. Вот этих два ножа по сравнению с вот этими двумя смещены на пол сантиметра. Тогда оно будет лучше работать. Стружка будет равномерная и все будет прогрызать овощи, фрукты, корнеплоды. Все подряд. У нас была уже такая корморезка, только заводская. Но она некачественно сделана. Все из тонкого металла. Все такое ненадежное, хлипкое. И оно у нас пришло в негодность буквально через 2 года. Здесь металл хороший, четверка, все прочное, надежное. Эта корморезка прослужит гораздо дольше, я думаю. Но она, конечно, работала, та заводская, отлично, ничего не могу сказать. Все качественно перемалывала, быстро. Даже делали из фруктов сок. Перерабатывали яблоки, груши, виноград. И потом под пресс получался отличный сок. Так, вот. Еще сделали такую крышку. Вот так она будет стоять. Осталось сделать вот здесь бункер. И ножки для крепления к станине. Ну и все, и под покраску. Ну вот, закончили корморезку, она полностью в сборе. Решили пока не красить, сделаем все узлы и агрегаты, соберем их на раме, проверим в работе, и если все будет нормально, покрасим, разберем и покрасим. В следующей части покажем, как будем делать крупорушку, чтобы молоть зерно. Встретимся дня через 3. Пока!